Друзья, добрый день. Сегодня у нас 6 марта. Значит, что хочу сказать. Вот вчера я навоз кое-где рассыпала. Да, друзья, вот сегодня по сравнению с недельной температурой совсем другая разница. Сегодня всего 5 градусов, хотя вчера было 17. Вот представьте разницу такую, да? Ну, вы же сами понимаете, что плюсовые температуры, это все равно ничего и плохого нет. Поэтому растения, конечно же, растут. Вы представьте себе, растут. Да, вот, поглядите, я хочу сказать. Уже какие нарциссы, тюльпаны. Просто обалденные. Вот, большие, скажем так. Ирисы там тоже, вон, большие, зеленые. И вот там у меня нарциссы. Вообще, нарциссы очень сильно уже повсходили, повылазили. Вот, посмотрите, это у меня такие мелкие нарциссы. Мелкие, посмотрите, полянки какие повсходили. Начинают сходить колокольчики, вот. Уже вылазят колокольчики. Розы я пообрезала, которые были подмерзшие. Так, что еще я сделала вчера? Ну, вот рассыпала, я уже говорила, навоз. Вот, посмотрите, лилейники начинают сходить. Да, прекрасно. Тут вот у меня пион древовидный тоже уже. Посмотрите, как зашел. Угу. Вот ирисы какие уже. Ну, я хочу сказать, что еще холод будет, это 100%. Вот просто вот оно у нас, погода непредсказуемая. Это гиацинты, у меня тут два штуки вот тоже всходят. Вот. Но я хочу сказать, что я с цветником пока все у меня, я пойду сейчас на огород. Друзья, я на огороде. Значит, что я вчера делала здесь тоже? Клубничку, значит, я подрыхлила. Посмотрите, или землянику, скажем так, посыпала навоз. Ну, не навоз, друзья, а перегной. Перегнивший, хорошо перегной. Коровье, конечно же. Вот, посмотрите, здесь тоже я это сделала. Убрала вот здесь, раскрыла розы. Не знаю, конечно, может еще померзнут. Не знаю, ну, что будет, то будет. Здесь не обрезала еще пока розы. Потому что, ну, пока непонятно, что с ними будет. Может быть, придется до самой земли обрезать. Вот здесь вот слетело. Ветер у нас, друзья, очень-очень сильный. Это вот молоденькие были прикрыты, чтобы не наступить на них сеточкой. Так, рассыпала по смородине вот здесь внизу. Навоз тоже. Так, здесь тоже. Клубничку, земляничку подрыхлила. Так, малину здесь вот отвязала. Привязала, как подняла шифер, была укрыта шифером. Она почему-то у меня подмерзает часто, эта малина. Но я вот ее приоткрыла и это, привязала. Здесь вот малина дерево. Посмотрите, уже почечки стали зелененькими. Кошмар, одним словом. Да, но это потому, что были укрыты. Здесь вот тоже зеленые почечки были укрыты, поэтому... Так, здесь вот я тоже подрыхлила малину, эту землянику. Подрыхлила землянику здесь, здесь тоже. И тоже засыпала в обоих грядочках навозом, или вернее перегноем. Ну вот, теперь, друзья, какая у меня... Вот я показывала или нет вам теплицу? Сын мне... Все ее переделали мы, рамы переделали, все переделали, все снимали. В общем, положили новые рамы. Вот теперь вот эта тепличка еще постоит. Как говорится, денег на новую нету. Придется пользоваться той, которая есть. Что у меня сегодня в моем плане? В моем плане сегодня... Земляничку засыпать. Да, вчера вот вырезала я крыжовник, лишние побеги. Вот оставила какие. Так, здесь и здесь.
Вот, пока здесь больше ничего. Пока голубику открывать не буду, потому что еще может быть очень холодно. Хотела ежевику было открыть, но нет, посмотрю, погода сегодня не летная, поэтому не буду открывать. А вот эту вот земляничку, клубничку, я сейчас под ней, возле нее посыплю навозом. И рядом вообще рассыплю по этой грядке навоз, потому что точно еще не знаю, что буду здесь сажать, точно не знаю. Здесь у меня, по-моему, даже есть лук, вот, смотрю, он растет. Вот. Так. И сжечь надо вот эти вот ветки, которые еще насобираю. Но они еще будут, я пока не буду жечь. Пока все не уберу в огороде. Переделаю вот здесь, эти грядки уберу. Буду по-другому здесь немножко делать все. Поэтому эти грядки уберу, сниму все, что тут огорожено. Вот видите, друзья, какая у меня травка зеленеет. Вот рельеф начинает прорастать. Значит, что здесь у нас? Здесь у нас... Вот, видите, надо нагнуть ветки, чтобы они вверх не росли, абрикос. Буду сгинать их вниз. Делать их типа плакучими. Попробую, получится. Нет, значит, буду обрезать короткими делать. Вот теперь у меня вот такой участок. Можно еще посадить малину здесь будет. Потому что уже теперь такого загущения не будет от листьев. Вот ветер холодный. Очень холодный ветер сегодня. Очень холодный, восточный ветер. Это говорит о том, что погода поменялась. Ну, вот, как видите, снега у нас, конечно же, нигде нет. Ну, он еще может выпасть. Боже мой, в том году даже в апреле месяце шел снег у нас. Он, правда, быстро таял, но все равно шел. Поэтому... А вот что хотела бы сказать. Хотела бы сказать, что у меня жимолость уже начинает вегетировать. Понятно? Посмотрите, вот, обратите внимание. Она же вообще рано просыпается. Здесь вот я спилила же зимой орех полностью. Но, друзья мои, надо вот что-то делать. Надо ли засыпать его солью, либо чем-то таким засыпать. Потому что эти корни, они, это же корни есть. Будут расти это 100% еще. Поэтому надо, конечно, что-то делать. Теперь здесь светло стало. Тут у меня вот яблонька хорошая. В этом году, по идее, должна она цвести даже. Вот почечки у нее есть. Цветочные. Поэтому посмотрю, что это за яблонька. Выписывала по интернету я ее колоновидную, эту яблоньку. Персики зимой не померзли, друзья, не померзли, видно розовые. Но весна, не знаю, что будет. Сильно подмерзают весной, когда холодные ветра начинаются. Вот малинку, все это можно поразвязать, конечно. Вот. Вот эти, которые были нагнуты друг к другу, потому что уже снегопадов не будет 100%. А, ну, если выпадет какой-то там снежок, он сразу же растает. Обычно у нас он долго не держится весной. Так что пока малинку можно поразвязывать, пока есть время такое. Так, ну вот сегодня у меня работа такая, рассыпать навоз мне надо по грядочкам, поэтому, в общем, освободить место для качели, чтобы поставить укрытие для качели и вынести с теплицу качелю, потому как там всего поналожено, а мне нужно будет выносить туда посевы помидор, перца, ну, и так далее. Ну, вот как видите, зелень везде у меня. Вот. Полоть буду перед тем, как где-то дня за два перед тем, как буду высаживать рассаду, а так пускай растет трава. Ну вот так, друзья. Вот навозу еще много. Вчера часть только я разнесла. Вот видите, у меня цветочки зелененькие есть. Это шиловидный флокс. Вот это. Видите, какой хорошенький. Начинает вон даже прорастать хризантемы уже. Они ж не боятся сильно таких морозов там небольших. Вот. Ну я вот не знаю. По-моему...
вот эти мелкие хризантемы пропали, хоть я их хорошо укрывала, толку никакого. Вот. Ну, в общем, вот такие дела, друзья. Вот посмотрите, сколько у меня сейчас осталось еще навоза. Сейчас буду разносить по участку. Вот, ничего открывать пока не буду. Холодно, холодно. Ветер очень такой холодный. Всего 5 градусов сейчас, но ветер, друзья, плюсовая, плюс 5. Но дело в том, что ветер очень такой пронзительный, холодный. Понятно. Здесь у меня в этом году, наверное, рябчиков... Нет, есть. Вот уже императорский рябчик сходит, как видите. А это что-то у меня фиалочка такая. Или как его, не фиалочка. Что-то она оголилась. Рябчик сходит, но очень мало. Потому что вот видите, что случилось. Пропали корни. Надо было осенью выкопать и пересадить их. А я этого не сделала. Теперь вот дело такое. Вот всего всходит, нет ничего, как говорится. Мало. Ну вот. Здесь я тоже немножко убрала, уже выгребла. Вот. Так что я вот здесь навоз рассыпала. Думаю, что-нибудь здесь посадить. Тюльпаны везде, вот, друзья, везде тюльпаны сходят очень хорошо. Вот, посмотрите, какие тюльпанчики хорошие. Лилейники растут тоже уже. Вот. Ну вот уже кизил. Я уже вам показывала, по-моему. Начинает кизил. Вот. Видите уже, какие почки у него. Вот прям уже начинают вот-вот расцветут почки. Посмотрите, раскрываются уже. Ну, он не боится. Кизил не боится. Не боится, не боится. Холодов, поэтому страшного ничего нет. Здесь тоже, посмотрите. Уже почечки вот-вот расцветут. Значит, на своих зизифусах поставляла по одной всего ветки, чтобы деревцам росли. Не хочу, чтобы кустарником, хочу, чтобы деревцем. И причем буду делать его таким круглым, пышным. Вот, пожалуйста, посмотрите. Чуть-чуть тепло постояло. Смотрите, что делается с ёжкой. Уже почки набухли. Вот-вот распустятся. Вот почему вот многие пишут, что ёжка у них не приживается, не плодоносит. Друзья, я вам еще раз хочу сказать. Те, кто живут на севере, севернее Воронежа, вообще не советую ёжку сажать. Не советую. Это растение очень-очень-очень рано, только чуть-чуть пригревает солнышко, распускается, а потом ее бьют морозы. Морозы, и все, вся цветочная почка бьется, и никакого урожая вы не получите. Надо сказать, что растение это хорошее, неприхотливое. Оно очень мобильно плодоносит. Но, друзья мои, я вас уверяю, не надо тем, кто севернее Воронежа живет, не надо сажать вам это растение, не надо. Вполне может заменить ёжту смородина, крыжовник, которые не боятся морозов, но ёжта, она очень-очень такая нежная, скажем так. Для северян она не подходит. Вот видите, насыпала какую кучу я здесь. Там у меня внизу ветки, трава и вот листья. Хочу еще потом вот тут две кучи земли насыпать и высадить здесь кабачки. Но это будет позже, конечно. Ну вот так, друзья, шифером все укрыто, потому как теплолюбивые растения. Я хочу сказать, у соседа у моего ежевика не укрыто. Да, может быть, с одной стороны хорошо, но с другой стороны, друзья, нет, я никогда не рискую. Лучше пускай у меня будет вот такой огород сейчас, некрасивый пока, а потом будет все красиво. Понятно? Так что можете там писать обо мне что угодно. Есть пишут, что вот что это у вас тут, шифер для красоты, что ли. Нет, не для красоты, друзья, а для того, чтобы сохранить свои растения. Так что можете там говорить что угодно. Если людям делать нечего, они начинают обсуждать, что красиво, что некрасиво. А я считаю, мне красиво, когда у меня в саду ягода и облеплено все. Вот это красиво.
А сейчас оно никому не нужно. Кто сейчас ко мне придет? Никто. Кому не нравится, пусть не смотрит. А мне вот так пойдет. Ну ладно, друзья. Я думаю, что друзья поймут, и люди умные, грамотные все это понимают. Вот, вот такое дело. Вот сейчас вот начну носить навоз. Потом я вам покажу, что у меня тут получится. Я уже расширила здесь место. Здесь у меня стол стоял, я его убрала дальше, отгородила площадку такую. Здесь у меня будет качели, рядом будут цветочки, ну и так далее. Под орехом очень хорошо качели. Ну ладно, друзья, я рассказала, что хотела пока, а сейчас начинаю работать. Ну вот, друзья мои, я разнесла навоз, не весь, правда. 11 мешков я оставила, я их убрала. Вот сюда убрала, и там он прикрыла. Это у меня будет на грядки, на овощные. Ну и на ежевику понемножку рассыплю, чтобы хоть чуть-чуть удобрить в этом году. Потому что в том году я, пожалуй, навоз не рассыпала. Вот, а я думаю, надо немножко подкормить растения. Я химией стараюсь не кормить, хотя, конечно, друзья, можно в пределах разумного сыпать и удобрения, но это должно быть в пределах разумного. Так, ну вот, так у меня теперь получилось. Теперь мне нужно будет вот здесь сделать навес для качели, потому что постоянные дожди, которые идут, губят качель у меня. Вот. Здесь вот я тоже немножко порядок навела. Ну, по-другому здесь пока никак, пока не уберется вот шифер. Здесь у меня, друзья, рододендроны и гортензии такие широколистые. Широколистные гортензии боятся морозов, поэтому буду ждать, когда хорошо потеплеет. Это вот у меня гортензия черешковая. Это метельчатая, по-моему. Но она так не похожа была на метельчатую. Ну ладно, посмотрим. Она в прошлом году только первый год, и она была, поэтому не знаю, какая она точно. Вот посмотрю. Здесь у меня есть и хризантемы высокорослые, правда. Здесь я пересадила уже осенью лилейники, лилии. Ну, в общем, посмотрим, что будет, друзья мои. Вот такие дела. Так что вот так я сегодня поработала. Да, хочу сказать, что рассыпала я, сейчас покажу где. Рассыпала вот здесь по грядочке навоз. Ну, надо было, конечно, этого не делать. Здесь вот рассыпала, потом рассыпала по малине, вот везде. Под персики посыпала, вот яблоня у меня здесь. Я уже говорила, смородины две. Ну, в общем, вот эту, вот здесь вот, всю малинку я как бы немножко посыпала. Ну, это немножко. Но дело в том, что я в прошлом году, друзья мои, если вы видео мои постоянно смотрите, ну, кто не смотрит, кто у меня в первый раз, хочу сказать, что я делала канавы вот здесь и вот там. И в эти канавы, друзья, засыпала все траву, отходы, ну и так далее. И закапывала в зиму. И точно так же вот здесь, в этой грядочке, то же самое я делала. Отходы. У меня была яма, там ящик с отходами. Все отходы здесь. Грядка, как видите, у меня площадь, скажем так, огород идет под углом. Я решила здесь сделать ровную грядку. Ну, в этом году опять хочу посадить перцы, но точно еще не знаю. Может быть, по краю только, а в середине что-то другое. Ну, в общем, не решила еще, пока не знаю. Будет видно. Так, вот здесь я рассыпала по клубнике, по клубнике, земляники, скажем так. Здесь вот рассыпала около труб во весь ряд, по всему ряду. Вот так вот, по три ряда делала, рассыпала, в общем, вот здесь. Ну, и там немножко захватила малину, не всю, правда. Решила оставить, если уже останется у меня, тогда я рассыплю кругом. Ну вот, друзья, пожалуй, сегодня я
на этом видео свое заканчиваю. Оно и так, наверное, получилось длинным. На этом до свидания. Желаю вам удачи, удачных посевов, удачных всходов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. А с вами была Валентина, канал «Сад и огород».